Итак, если вы уже практически похоронили свой браслет, который пытались перезагрузить, перепрошить, или каким-то чудом он у вас отлетел, дисконнектится, не хочет вообще коннектиться, никакая программа не хочет его видеть, вот, то в данном случае есть один способ, который я испытал на своем браслете, случайно нашел его. Вот, так что можете посмотреть, как и чем это можно вылечить. Вот. И есть еще один способ, который работает после 33-й прошивки во всех старших прошивках, описанный на 4 ПДА, когда на браслете можно сделать короткое замыкание и таким способом разрядить его в ноль, либо же перезапустить через Hard Reset. Вот. Данный способ описан в моем видео. Кому будет полезно, ну, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Что же нужно для того, чтобы вывести из глубокого обморока браслет? Ну, допустим, тут может быть дисконнект или все что угодно. Нам понадобится пинцет, либо любая там карточка. Вот, что мы делаем? Мы зажимаем при включенном заряде клавишу. Когда у нас выдает спортивный режим, зажимаем и держим, делаем отмену. Выходим в меню, краткосрочный выход будет. Это из любой, окей, из любой тренировки, из любого состояния. Вот. И здесь главное вовремя успеть сделать Hard Reset, который позволяет вот в настройках, вот оно, Factory Reset, который позволяет нам сбросить до заводских настроек. Вот. Даже когда дисконнект идет при перепрошивке, эта кратковременная функция, она доступна. Вот такой вот способ. Второй способ — это обычным пинцетом можно замкнуть и точно так же поиграться этой кнопкой до выхода. Но это в прошивках, которые больше 33 серии. Так написано в 4 ПДА.